Закончить художественную школу – уже большое дело. Получить хорошую оценку за диплом – еще лучше. Ну и стать участником серьезной выставки – совсем хорошо. В Красногорском районе решили, что муниципалитет должен знать своих героев, точнее, почерк своих художников. А потому в районный план по выставкам со следующего года включили в обязательном порядке экспозицию дипломников школ искусств. Это у нас генеральная репетиция для того, чтобы посмотреть, насколько живой и здоровый интерес вызывают эти работы. И как бы повысить немножко интерес детей к тому, что они делают. Это появляется чувство ответственности. В генеральной репетиции участвуют выпускники сразу трех школ – Красногорской, Нахабинской и Петрово-Дальневской. Причем в экспозицию попали работы не только отличников, но и хорошистов. Чтобы было интересно зрителю, главный принцип отбора, объясняют организаторы. Оценки посетителей выставки, видимо, получат и сами школы искусств. Красногорская художественная школа – она лидер. Вот, во всяком случае, вот в нашем муниципальном районе. Если вообще не в области, она очень сильная, у нее огромные традиции, богатые традиции. Там великолепные педагоги и раньше стояли у истоков школы, и сейчас преподают просто великолепные мастера. В жанровом разнообразии превалируют иллюстрации к литературным произведениям. Юные художники не боятся анализировать мастера и Маргариту, или Пиковую даму. Все виды культуры, искусства, они как-то переплетаются между собой. В общем-то, это тенденция для всех. Это одна из форм вот, даже вот такого воспитания не только вот, культурно там, или там, эстетически развитую личность, развитые личности, но и одна из форм вот, познания художника. В будущем, чтобы окончательно поднять планку, организаторы планируют составить выставку дипломных работ не только одного года, но лучших за несколько лет. Труды выпускников 2015-го можно увидеть в усадьбе Знаменская-Губайлова до Дня района. К 4 ноября экспозиция сменится. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.